честь погибших мотоциклистов. В России с 2012 года проходит мотопробег «Волна памяти». Его маршрут пролегает через всю страну, от Кавказа и Калининграда до Владивостока. Цель пробега – объединение всех мотоциклистов и формирование комфортных маршрутов и условий для мототуристов. «Волна памяти» стартовала в форме эстафеты в разных частях страны. 19 июля участники пробега прибыли в Омск, где их встретили представители местного мотосообщества. Волнует нас всех это безопасное движение по дорогам, мототуризм. Это направлено для того, чтобы развить мототуристическое движение и контролировать тех же молодых, там, взрослых, опытных, тех, кому нужна помощь на дороге, оказывать вовремя для того, чтобы мототуризм ты могли спокойно совершать маршруты. 20 июля участники пробега познакомились с достопримечательностями Омской крепости и встретились с первым заместителем министра спорта региона Иваном Колесником. Единение от Калининграда до Дальнего Востока – это как раз то, что сегодня испытывает вся наша страна. И это очень важно и здорово, что в различных направлениях, в том числе и в мотокультуре, среди сообществ байкерских, есть такие традиции, которые объединяют нас, жителей разных регионов. Далее участники «Волны памяти» провели традиционную фотосессию, на которой растянули флаги направлений и полотно с символом спецоперации. Затем омские мотоциклисты присоединились к пробегу. Мотопробег, в первую очередь, он в память наших мотобратьев, мотосестер, которые погибли. Вторая – это то, что уже мы их называем мотопутами, да, мотопуты уже проложили вот данный маршрут. Вот, по всей России, которые вот начинающие мотоциклисты могут двигаться, и зная то, что куда бы он ни приехал, в какой бы город он ни приехал, его всегда везде встретят. Из Омска мотоциклисты отправились в город Татарск Новосибирской области. Завершится «Волна памяти» на территории Дальнего Востока.